все хорошо, голова не кружится? Нет, ничего, все нормально. Посидите немножко. Для Федора Киосева это уже третья прививка. Первые две сделал на родине, в Луганской Народной Республике. На крайнюю ревакцинацию пришел уже в Ульяновске. По рекомендации врача остановился на спутнике Light. При себе все необходимое – СНИЛС и российский паспорт. Последний Федор Федорович получил еще в 2020 году. Да, во-первых, я сделал его, потому что у меня в украинской войне не было 21 января 2015 года. Разбомбил мой дом. Я был на выезде. Я остался документ пенсионный раз и права. Все, больше у меня не было. Вот тут один остался на Донбассе. Мои родственники, как говорится, дети, сыновья в Подмосковье, в Климовске. Mm-hmm. На данный момент находится дочь в Симферополе, в Крыму. Так что я, как все это закончится, в какую тюрьму тоже нужно перебираться ближе к детям. Я там один. Предварительно на иммунизацию записалось почти 20 человек. Это часть тех, кто сейчас живет в гостинице «Венец». Здесь же проводят саму процедуру. Медкабинет работает ежедневно. По информации врачей, дефицита препаратов нет. Доступны все зарегистрированные в России виды вакцин. Новая волна коронавируса, она уже идет на спад, и, соответственно, профилактическая работа вот по профилактике дальнейших волн коронавирусной инфекции, она продолжилась. То есть мы в более активном темпе наращиваем вакцинацию населения. Здравпункт, который организован гостиницей «Венец», разделен на зоны ответственности. Вот наше отделение выезжает понедельник, среда, пятница, и ведется прием в течение 4 часов. Обратиться за помощью к врачам можно по любому вопросу. Чаще всего люди идут за консультацией по своим хроническим заболеваниям. Сейчас список пополнила еще и вакцинация от коронавируса. Чтобы сделать прививку, при себе достаточно иметь российский паспорт и СНИЛС. Александра Никитина, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.